просто G. Зачем на Галина? Не обязательно так официально. Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у нас будет прикольное видео. Оно будет посвящено бейкингу. А бейкинг – это с перевода на английский запекание. Ну, или либо кукинг, готовить. А давайте посмотрим, что такое бейкинг по-английски. Бейкинг – это же готовка, жарко. Бейкинг. In English – это выпечка. Давайте послушаем. Baking. Baking. Выпечка. Смотрите, по-английски так. Baking. Секси. А по-русски? Выпечка. Ладно, короче, выпечка на лице. Знаете, визажисты все радуют нас все новыми и новыми фишками. Это, конечно, уже давно не новая фишка, но на моем канале ее нет, поэтому мы с вами должны пройти этот урок по бейкингу. На моем канале уже есть контуринг видео, но оно было очень давно, и я там такая смешная. Конечно, я смотрю свои старые видео, это просто очень мило. Итак, ну, начнем. На самом деле, передо мной вообще совсем чуть-чуть продуктов, потому что у меня уже на лице есть уже сделаны глаза, брови, тон и даже консилер. То есть, в принципе, это уже, можно сказать, макияж. Но, видите, он не совсем выигрышно смотрится. И мы сегодня сделаем бейкинг, чтобы сделать себе скулы, сделать красивое такое инстаграмное лицо, инстаграмское, инстаграмное, не знаю, в общем, такие инстаграм-фотки. Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Ники Минаж и все остальные чикули, которые делают контуринг и бейкинг, естественно, используют эту технику и для селфи в инстаграм, и для фотосессий, и для вечеринок. Но есть некоторые нюансы, о которых вы должны знать и не допустить эти ошибки. Что мы, с чего мы начнем? Для бейкинга нам понадобится бейкинг-пудра. У меня от Huda Beauty просто потрясающая бейкинг-пудра. У меня оттенок банана. Банана брит. Вот такая пудра от Huda. Давайте ее откроем. Честно говоря, она бомбическая. Вот тут сразу нам дается инструкция, как нам делать бейкинг. Ну, тут три шага, все понятно. Вот такая вот у нас пудра с крышечкой, чтобы не рассыпалась. И вот наша банана. Также нам понадобится влажный beauty blender. И мы, в общем, натягиваем лицо. И наносим прямо под глаза. Я возьму поменьше. Я сейчас вам покажу пудру, которую использовать ни в коем случае нельзя. Вот, и под глазами мы оставим на какое-то время, а пока займемся контурингом. Маленький лайфхак. Не использовать вот такую пудру для бейкинга, если вы не хотите, чтобы у вас был вот такой эффект на после вечеринки, вам скидывают фотки, а вы примерно такая же, как я сейчас. Не используйте, они разные по текстуре. Это не бейкинг-пудра, это пудра, которая содержит тальк, и она для того, чтобы тоже выровнять лицо, но не делать именно вот эти высветления бейкингом. Она немножко для другого предназначения. Мы можем ей зафиксировать все лицо, да, но не таким толстым слоем, а просто как прозрачную пудру зафиксировать. И не используйте вот эту пудру HD для бейкинга. Мой вам совет. Итак, мы делаем себе скулы, но я делаю, знаете, вот совсем как бы чуть-чуть. Дальше лоб. Нос потом. И сразу же растушевываю. В кадре она кажется такая рыжая, кирпичечная. Но сейчас я немножко приглушу еще сухим контуром.
Итак, мы растушевали. Теперь мы закрепим немножко более холодным оттенком и вот таким вот холодным оттенком нашу коррекцию и продолжим запекание. Итак, дальше. Дальше мы возвращаемся к нашей Huda Beauty. Блин. И сделаем, так очень любит делать Kylie Jenner. Вот. Да. Видите? Мы выделяем еще больше нашу скулу. Ой, 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 ой. И мы еще сделаем контуринг губ. Смотрите, как это делается. Для Instagram фотки это вообще то, что надо. Тоже, но тут не под губой, а скорее прям по губе проводим мы, чтобы не нарисовать себе усики. Вот это я понимаю. Вот это да, вот это макияж. Ой, не нравится, не нравится. Итак, значит, да, вот у нас уже появились губы, объем, контур, скулы, вот эта вся инстаграмная история. Пошло-поехало, да? Угу. Значит так, что нам еще нужно сделать? Нам бы хорошо сделать носик. Для носика я возьму вот такую кисточку маленькую. И что мы делаем? Мы немножко уберем крылья носа. Чуть-чуть уберем вот эту вот картошинку небольшую. И сделаем потоньше нос. Рыжий нос получился. Что за издевательство? Ну что, как вы думаете, какой следующий шаг? Следующий шаг все смешать и удалить эту пудру. Ну, вы помните начало этого видео? Давайте перемотаем. Просто G. Зачем за Галина? Не обязательно так официально. Итак, теперь мы сделаем несколько штрихов. Это хайлайтер и румяна. И наш бейкинг будет... А, и губы. И наш бейкинг будет закончен. Сейчас я сделаю губы моим любимым карандашом, моей любимой помадой, ну, кстати, которая была в прошлом. Вот мы ее и протестируем в прошлом видео. Итак, это у нас Vivienne Sabo оттенок 103. Я покупаю его постоянно, из раза в раз. И мы сделаем, давайте с вами пухленькие губки. А для этого нам нужно зайти немножко за контур, но не увлекаться, не рисовать себе усы и не делать макияж трансвестита, где у них вокруг губ. Да, но максимум там миллиметр от губ мы можем себе позволить зайти для того, чтобы сделать вот этот объем губам. Он как раз-таки вот этого правильного оттеночка, более светлого, чем наш карандаш. И наносим его на центр. Он идеально сочетается с этим карандашом. Ну что, наш бейкинг готов. И теперь можно делать бомбические селфи в Инстаграм. Кстати, давайте это сделаем прямо сейчас. Я... его люблю, а с пудрой от Huda Beauty я люблю бейкинг еще больше, потому что действительно она очень классная и потрясающе комфортная. И напишите в комментариях, пользуетесь ли вы бейкингом перед селфи или перед фотосессией, и используете ли вообще эту технику в макияже. Очень интересно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой Instagram, и увидимся с вами совсем скоро.
Пока-пока.